Привет! Сейчас мы с вами будем смотреть вторую косметичку Мая. И тональные средства у меня будут от Art Deco, моя пудра. И также я продолжу использовать крем, который я сделала сама. Там уже не осталось у меня немножко вот такого оттенка Art Deco. Вот в этом яблочке, который находится, осталось у меня мало. Вот на дне была прям вот полная-полная. Осталось чуть-чуть, и это крем у меня смешан с хайлайтерами, с двумя тональниками. Я пыталась сделать свой цвет, который мне больше всего подходит, и исправить тональник от Эвелин, который мне одно время не нравился, но в последнее время я смотрю, он мне хорошо стал подходить, Baby Face эффект, который называется. Видимо, зависит от состояния кожи тоже. То есть, чем она суше, тем этот тональник, конечно, хуже сидит на ней. Сейчас вроде нормально, и он стал хорошо себя вести. Из баз у меня будет вот такой мой крем от Faberlic. Кстати, мне очень понравился именно в качестве базы. Раньше я его использовала как размешивать. Вот здесь он тоже присутствует, потому что он сильно белый. Как аджастер я его использовала. Но в качестве базы он идеально подходит. Он очень густой и умеет перекрывать покраснение не хуже, чем зеленые корректоры. Вот смотрите, как он перекрывает цвет кожи. Также он шлифует, плотненький. Вот именно идеальная база. Плюс SPF у него хороший. Здесь пишут 15, но он прям вот настолько действительно густой и плотный, что, мне кажется, он прям даже и большего мог на себя взять SPF, то есть у него как защитный какой-то слой вот он образовывает. Классный крем, это могла бы быть для меня даже идеальная база, можно не искать никакие антиреднесы. Действительно перекрывает и красноту, и все делает. Еще хочу базу вот такую потестировать, новую у меня с Wildberries я купила. Я пока не пользовалась, и вот после этой косметички планирую познакомиться, вам тогда рассказать. Этот крем, он не так хорошо скрывает, вот, перекрывает цвет кожи, как Faberlic. Но что-то тоже делает. Он увлажняет, выравнивает. Кожу подготавливает к нанесению тональника. В общем-то, неплохо. Но единственное, вот видите, он просто прозрачный. Он ничего, если у вас какая-то там краснота или что-то, он не будет перекрывать. Он просто подготавливает кожу к нанесению. Увлажняет, выравнивает и все. Далее тоже в качестве консилера буду использовать новый свой от Estrada корректор в номере 51. Он идет не зеленый, не бежевый, какой-то средний, какой-то оттенок средний. Я такой еще не видела, у меня не было. Салатовый, что ли, цвет. Интересный корректор, и буду пробовать в качестве его, в качестве скрыть всякие там венки, сосудики и под глаза, например, как консилер обычно используют. Я тоже попробую. Попробую его там также. Вот так при разнесении он выглядит. Можно еще тоньше разнести, он будет более бледный. Пудра у меня будет продолжать моя та же самая Aloe Vera. И уже вот какая дырочка у меня здесь образовалась. Очень хорошая пудра. Она заканчивается быстрее, чем в прошлом году. Тоже имеет маленькие-маленькие блесточки. Вот видите, маленькие сияшечки такие. Их не видно, она выглядит в основном как просто матовая пудра. Блестяшек этих не видно. Она осветляет, она довольно плотненькая. Но я не скажу, чтобы она там что-то тянула и сушила. Ну, в общем, удачная. Одним словом, удачная. Скульптор возьму вот такой вот. Больше не буду никакой брать. Это кремовый корректор от Catrice 0.20 оттенки. Выглядит он вот такого цвета. Хороший цвет для скульптора, мне он очень нравится. И думаю, что он у меня лежит, надо его использовать. Он хорошо растушевывается и делает то, что и должен делать. Вот такой при растушевке оттенок у него будет. Далее что? Далее давайте хайлайтеры посмотрим. У меня будет вот такая красивая палетка от Revolution. Она вся тут зеркалит. Стробинг палет она называлась. По-моему, я ее в подарок получила с сайта Revolution в то время еще, когда делала заказы. И здесь три оттенка пудры. Они очень красивые. Пудры и хайлайтеры.
выглядят оттеночки вот таким образом. Вот этот белый, он имеет какой-то зеленовато-желтый отлив. Вот это скорее пудра, потому что, видите, ни сияния нет. И это, наверное, тоже как пудра. То есть вот такая палетка интересная. Я только из-за этого оттенка не стала ее, хотела продать, но не передумала. Только из-за этого вот зеленовато-желтого оттенка он бы смотрелся и как тени, видите, какой красивый, и в уголок глаза. И какие-то тени подсветить, которые плохо сияют. Его нужно как-то, я не знаю, показывать, вот чтобы зелень это увидеть. Тут должна быть и тень, и свет одновременно, девочки. Вот тяжело показать, конечно, чтобы именно вот он так засиял. А на свет он не показывает именно вот этот перелив, как у жука вот на спинке зеленоватый. Трудно уловить, конечно. Еще хайлайтеров я взяла палеточку от Catrice. Вот эту давно я ей не пользовалась. Здесь тоже три хайлайтера. Выглядят они вот таким образом. Один похож на румяна. Да, это, наверное, румяна. Но все очень сияющее. Вот такие оттенки. Они жирные. И очень блестящие. Вот такие. Вот это похож на Blooming Hibiscus. У Catrice есть такие румяна. Только те запеченные формулы и сухие. А здесь формула какая-то такая вот жирно-маслянистая. Красивая, да, палеточка? Они выходили в двух номерах, если я ничего не путаю. Ну, это теперь уже не важно. Это были лимитки. И, естественно, их уже в продаже нет. Мы немножко сейчас все отодвинем, чтобы нам остальные средства тоже входили в кадр. Два бронзера от Catrice взяла. Что-то уже прям у нас по Catrice мы ударили. Вот таких две упаковки картонных. Мне очень нравится дизайн и как они сделаны. Я их люблю. Невозможно как. И, конечно, они у меня в расхламление никогда не пойдут. Один оттенок бронзера вот такого цвета. Второй немножко светлее. Так и вот так выглядят они. Вот таких два. Классные лимитки бывают иногда у Catrice. Но теперь уже все, наверное, ничего не увидим. Далее немножко по люксу давайте пройдемся. Румяна от Charlotte Tilbury в оттенке Love Glow будут у меня. Они очень светлые на мою кожу, конечно же. И как хайлайтер в основном идут. Или если какой-то светлый очень, например, тональный крем. Или зимой, или просто вот, ну, слегка-слегка, вот как я говорю, утренний вариант. Чуть-чуть вот придать себе какую-то свежесть, утренний румянец, естественный, не более того. Есть у меня еще румяна от Lancôme, они уже идут более яркие, и их хорошо видно, оттенок розовый, но в то же время это не Барби какой-то цвет, а именно вот красивый носибельный оттенок. Вот так выглядят они. И еще я взяла румяна от Tom Ford. Две штуки у меня имеется. Одни будут в оттенке Inhibition. Они потемнее. Тоже очень красивый оттенок. Вот такой вот. Он чуть потеплее, чем от Lancôme. А вот этот оттенок называется Love Last 02. Он светлый и похож тоже, как будто бы светлый, сатиновый, вот такие они. Похож как будто на нечто среднее между хайлайтером и румянами. Вот такой вот. И новинка румян у меня будет от Le Depot. Я недавно обзавелась тенями и румянами. Тестировала вот за это время, которое прошло после съемки. Вот такие румяна. Это 305, да? Или 105? 105 оттенок румян. Они, я сразу все покажу. Они шикарно смотрятся на лице.
не ярко, вот дают вот такой оттенок, выглаживают, высвечивают, как будто блестят, как как-то хайлайтерным блеском. Видите, какой в смеси оттенок получается. Мне очень нравится. Супер. И тени. Тени, на первый взгляд, кажутся... Тени у меня в 305 номер. Кажется, ничего особенного. И даже как-то они сияют не чересчур, ничего такого. Но когда делаешь макияж, получается у тебя все как-то красиво и благородно. У меня были даже мысли изначально, может быть, продать, и зачем я купила. Потом, видя, как выглядит все в итоге на лице, я решила, что нет. Оставлю я себе эти тени, потому что, вот, ну не знаю, что особенно, у носочек так вообще ничего такого, но на глазах, я говорю, смотрится как-то красиво и благородно, и мне все подходит. Даже вот этот холодный серый оттенок, даже он на мне смотрится здорово. Вот непонятно, в чем секрет, но макияж удачный выходит. Складку здесь нечего, конечно, добавить. Я беру другие палетки, потому что нет тут моих оттенков для складки. Но вот этот он мне не подходит, хоть он на матовый похож, холодный. Он мне больше нравится на активном веке. Вот этот складку, он слишком сияет. Прям перламутровые частички видны в нем. Поэтому я беру какие-то теплые оттеночки в других палетках. Ну, например, я взяла себе в помощники вот такую палетку Ламель. Здесь много вот того, что я обычно в складку добавляю. Палетка ароматизированная. Вот мои оттенки любимые. Коричневые. Здесь даже с прохладцей есть. Вот они, эти оттеночки. Это вот основные в построении и форме макияжа. Тут в этой палетке есть чем затемнять. Есть чем обозначить уголок, высветлить, вот он, этот оттенок. Также можно просто макияж делать ей. Здесь сияшки тоже красивые. Смотрите, какой коричневый, суперский. Палетки стоят везде по-разному. Где-то 900 рублей вот эта Ламель. В Яблоке она, по-моему, рублей 500 с чем-то. Вот, смотрите, какая прелесть. Хорошая палетка, как самостоятельная, так и в качестве помощника. У меня еще одна есть. И мне они не нравятся. Так, ну что. И тени еще у нас будут с вами две палетки от Huda Beauty. Я недавно их приобрела. Gold и Haki. И, конечно, я еще не успела поделать как следует макияжи, насладиться ими. Давайте я вам покажу, как они выглядят красиво. Матовых здесь мало, но в складку есть и затемнить тоже есть. Вот три матовых. То есть то, что я люблю, здесь присутствует. Вот, смотрите, здорово, да? И века припудрить, кто хочет, если в складку, в уголок, вниз. И украшать всю эту красоту будут вам несколько оттенков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, аж шесть. Обычно у нее 5 на 4 бывает. 5 таких, 4 таких. А тут получилось, что... Шиммеров аж целых 6 штук. Но один тут как будто не до шиммер. Видите, вот просто из блесточек состоит оттенок. В смысле, неполноценный оттенок, не до шиммер. И видите, вот какие зато еще есть оттенки. Просто крышу сносит от этой красоты. И еще один не показала. Я вам крайний оттенок, вот этот. Вот. По сути, золотые макияжи будут. Здесь небольшая вариация. Разнообразия не сильно будет много. Активные оттенки на веки. Они похожи между собой. Они будут создавать как будто похожие макияжи. Эти тоже сливаются сильно в одно. Но вот этот перелив, конечно, он дорогого стоит. Также Haki палетка. Она тоже самостоятельная. И ее можно брать и в помощники. Здесь матовые. Так же, как я люблю. Их тут 5 штук. Давайте с них и начнем.
Вот такие матовые, то есть очень подходящие мне ходовые оттенки. Вот так выглядит. И сейчас мы с вами еще посмотрим, как выглядят блестящие оттенки. Вот этот розовый, уходящий в серинку, он так вот как-то переливается. Вот этот, наверное, на сатин похож больше, на сатин. Рыжий вот такой и вот такой золотой. Палетка тоже очень каждодневная. Ой, вот так, да? 4. Палетка каждодневная. Видите, здесь ничего такого. Вот он как-то в золотой, что ли, уходит этот оттенок. Ничего такого прям карнавально-нарядного. Очень повседневная палетка. Ну, я такие люблю, мне идут эти макияжи, подходят, поэтому, не знаю, что-то я к палеточкам худо как-то прониклась, и они мне понравились, практически все скупила, там, за исключением некоторых, ну, как, где мне цвета прям не мое и не стало. Тушь будет та же самая, я ее недавно открыла, поэтому она у нас будет продолжать, это Oriflame, находиться в косметичке, хорошая тушь, кисточку, если кто не видел, вот такая. Мне не очень нравится вот эта форма пухлая какая-то, но она помогает приподнимать реснички, которые с не внутреннего, а внешнего, внешний край глаза приподнимать как-то. Вот это создает красивый эффект. И мы с вами не посмотрели только помады и блески, то, что я для губ отобрала. И сейчас мы с вами их быстро посмотрим. Это будут два блеска от Maybelline. Мне очень они нравятся, как дизайном, так и сами блески. Оттенки 003 и 004. Они их постоянно обновляют, какие-то добавляют новые оттенки. Но я купила свои любимые, больше мне пока не тянет. Здесь есть небольшой минус, который я не люблю. Это эффект какой-то вот на губах. Может быть, они пытаются как-то губы увеличивать, ну, что-то типа этого, пламенника. Но я не люблю такое. Мне лучше просто будет, как у Fenty, ванильный аромат, и мне ничего больше не надо. Аромата здесь как раз-таки нету вкусного. Нет, чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть, девочки, какой-то. Но он настолько неуловимый по сравнению с Fenty, поэтому я и думаю, что его, наверное, тут нету. Вот. 0,3 полупрозрачный, 0,4 уже идет как лаковая помада. И еще блеск будет полупрозрачный, вот такой от Эвелин. Просто, видимо, будет служить как увлажнение или как база перед нанесением макияжа. В смысле помады или там чего-то более такого яркого. Взяла вот такую от L'Oréal помаду. Цвет у нее специфический очень. Одно время все с ума сходили, потом вроде надоело. Если делать не сильным толстым слоем, то выглядит вот так. Очень даже красиво. Я знаю, до сих пор многие девочки любят. Холодный, такая какая-то темная пыльная роза. Если тонким слоем наносить. Также будет у меня израильская помада от Beauty Care. Красивым очень оттенки. Она плотно наносится сразу. Ее не надо по 150 раз возюкать. У нее очень вкусный цвет, каким-то, ой, не цвет, а аромат, простите, каким-то леденцом пахнет. И две своих старушечки помадки от Faberlic возьму. Они розовые, весенние, радостные. И цвет у них такой приятный. Одна как будто даже перламутровая, вот эта помада. Интересный, да, оттенок? Не говорю номеров, потому что их уже нет в постоянной продаже. Они уже вышли из ассортимента. И вот такая розовая. Одно время очень любила такие помады, потом чуть перелюбила. Сейчас думаю, надо взять. Давно в косметичке вас, друзья мои, не было. И вот такую помадку я взяла в оттенке 100 от L'Oréal. Это помада-карандаш. Очень красивая, нюдовая, на каждый день. И я такие люблю, они подо все мне подходят. Вкусный аромат кофейный. Вот такой оттенок. Все, девочки, это все, что я для губ выбрала, не считая там проджекта своего. Project Pen я тоже пользуюсь, поэтому я считаю, мне вот столько помадок хватит на эти 10 дней. И теней тоже.
Я вам не рассказала, получается, свои впечатления вот про эти две палеточки. Ну, вот попользуюсь, расскажу. Может быть, собиралки какие-то сниму, про базу, про вот эту вот расскажу разноцветную. И в следующей косметичке или где-то, не знаю, в собиралках, может, будем обсуждать. Все, я вас поздравляю с прошедшими праздниками. Сейчас опять начнется садик. Уже сегодня мы будем готовиться к нему. Осталось немножко, будут летние каникулы. Так что, девочки, вам терпения, здоровья, хорошего настроения. Мы с вами скоро увидимся и до новых встреч. Пока-пока!